Новый проект братьев Сарика и Гевонда Андреасян под названием «Сны» не стал чем-то новым, ранее не рассказанным и не показанным зрителю, но картина цепляет многими моментами от актерской игры, в том числе второстепенных персонажей, до прекрасной операторской работы. Вся команда показала свой профессионализм. Итог – благодарный зритель. Сериал «Сны» напомнил зрителям сразу несколько подобных проектов. Например, «Агентство Око» с Риной Гришиной в главной роли или «Медиум» с Марией Порошиной. Однако визуальная картинка, когда главная героиня показана в своих снах, поражает своей необычностью, мистикой и полным погружением в происходящее. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Сны» запланирована к показу ближе к концу 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.